Фотодиод – это полупроводниковый диод, обратный ток которого зависит от освещения. Как правило, в качестве фотодиода используется полупроводниковый диод ПН-перехода. В фотодиодном режиме ПН-переход смещен обратным напряжением, величина которого измеряется от единицы до скорости. И чем больше смещение, тем выше скорость поля, которая характеризуется увеличением протекающей через фотодиод диода. Величина, на которой вырастает обратный ток, называется фототок. К основным характеристикам фотодиода можно отнести вольтамперную, световую, это означает зависимость фототока от освещения, спектральную характеристику фотодиода, это зависимость фототока от длины волны падающего света на фотодиод. И одна из немаловажных характеристик – постоянное время, время, в течение которого фототок фотодиода изменяется после освещения или после затемнения фотодиода в несколько раз. Темновое сопротивление – это сопротивление фотодиода в отсутствии освещения. Фотодиод является составным элементом во многих оптоэлектронных конструкциях, потому и находит широкое применение. Рассмотрим простую схему включения фотодиода. Изменяя положение потенциометра, можно протестировать и выбрать оптимальный режим работы фотодиода. Изменение от минимального до максимального значения резистора подбирается наилучший режим включения на фотодиоде. Изменив положение на минимум, замкнув подвижной контакт на маску, переводим схему в фотогальванический режим. И еще одна простая схема с включением фотодиода на живом примере. Принцип устройства прост. При попадании света на фотодиод открывается транзистор и начинает светиться светодиод. То есть устройство активируется при наличии света. Под встроечным резистором регулируется чувствительность устройства.